октября у меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовы, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то в дырине подарил. Симон Пьер. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Кисье. Как здорово защитник сыграл сейчас. Златан Ибрагимович, или просто Златан, становился звездой в любой команде. Сколько он уже их сменил, и везде был в центре внимания. И везде был чемпионом. У него просто сумасшедшие данные, рост, координация, техника. У меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовы, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то в дырине подарил. Симон Пьер. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Кисье. Как здорово защитник сыграл сейчас. Златан Ибрагимович, или просто Златан, становился звездой в любой команде. Сколько он уже их сменил, и везде был в центре внимания. И везде был чемпионом. У него просто сумасшедшие данные, рост, координация, техника. У меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовы, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то в дырине подарил. Симон Пьер. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Кисье. Как здорово защитник сыграл сейчас. Златан Ибрагимович, или просто Златан, становился звездой в любой команде. Сколько он уже их сменил, и везде был в центре внимания. И везде был чемпионом. У него просто сумасшедшие данные, рост, координация, техника. У меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовы, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то в дырине подарил. Симон Пьер. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Кисье. Как здорово защитник сыграл сейчас. Златан Ибрагимович, или просто Златан, становился звездой в любой команде. Сколько он уже их сменил, и везде был в центре внимания. И везде был чемпионом. У него просто сумасшедшие данные, рост, координация, техника. У меня ощущения очень хорошие. Команды неплохо готовы, здорово смотрятся в атаке. И я предвкушаю хорошую результативную игру. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то в дырине подарил. Симон Пьер.
Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Кисье. Как здорово защитник сыграл сейчас. Златан Ибрагимович, или просто Златан, становился звездой в любой команде, сколько он уже их сменил, и везде был в центре внимания. И везде был чемпионом. У него просто сумасшедшие данные, рост, координация, техника.